Всем привет, зрители и подписчики канала Рик Антонай. Сегодня еще один туториал с моего канала. Это угловые удары, как их разыгрывать и как их навешивать. Я использую лишь несколько вариантов. Использую их уже порядка 2 сезона, 2 версии FIFA. В принципе, они меня абсолютно устраивают. Посмотрим, может быть, в 19 я для себя открою что-то другое. Итак, вариант номер один, он самый простой. Я подзываю себе игрока. В этой FIFA это кнопочка RB. Соответственно, он подбегает ко мне, я отдаю ему. Игрок, который подавал угловой в этот момент, обычно забегает за игрока, которому отдается пас. Отдаете пас ему и навешиваете. Иногда получается хорошо, иногда не очень. Гарантий здесь никаких нет. Следующий способ розыгрыша. Я нажимаю кнопочку LB. Тем самым при в том моменте, когда я выберу точку, куда я хочу навесить, и нажму навес, навеса не произойдет. Я должен буду, мне дастся возможность выбрать еще какого-то игрока. Этого игрока я обычно ставлю внизу, чуть ниже штанги, посередине между, так сказать, линией ворот и линией вратарской. Конечно, это очень хорошо получается за высоких футболистов. В 18-й версии у меня это был Кейн, Лукака в атаке. Это очень получалось. В 19-й не знаю, кто у меня еще будет, да, фут. Но там уже будет виднее. Соответственно, подвожу туда игрока, подвожу туда стрелочку, подвожу туда игрока, навешиваю, и идет срезка. Третий вариант, соответственно, это то же самое, но уже вы не подводите никаких игроков. Сразу быстро вешаете, соответственно, на этот промежуток, так сказать, между линией вратарской и линией ворот. Еще есть вариант один. Подозад к себе игрока. Игрок подбегает, соответственно, чужой обычно бежит за вами, и освобождается зонка. Можно увидеть ту зонку, навесить туда. Вешайте в зонку, а игроком, если вы на него переключились, просто набегайте. То есть не просто вставайте, а именно набегайте в зону. Иногда получается отлично, иногда не очень. И второй момент еще. Соответственно, сухой лист. Ну, о сухом листе я расскажу, наверное, в каком-нибудь другом видео. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и играйте в FIFA 19. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.